сорт острого перца Юнок Верна. Этот перчик относится к виду капсикум бокатам. Родом он из Бразилии, из лесов Амазонки. Такой вот красивый перчик, посмотрите. Он имеет такую конусовидную форму. Созревает он вот светло-светло-желтого до такого вот слегка оранжевого цвета, до белого. Вот он белого цвета. И в конце становится вот таким вот красным. Вот такой вот размер перчика. Очень красивый. Вот смотрите, вот оранжевого цвета. Видите? Оранжевый, а потом красный. Длина плодов может быть от 2,5 до 4 сантиметров. Высота куста от 50 сантиметров до 1 метра. Острота от 30 до 60 тысяч. Срок созревания от 80 до 100 дней. Перчик имеет необычный, очень вкусный и сладкий аромат. Вот такие вот красивые перцы. У него очень длинные ветки, которые между собой переплетаются. Почему так перчик этот называется? Юнок Вернер. Это очень довольно объемный куст. Он невысокий, но очень-очень объемный. Этот перец многолетний. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и у себя на подоконнике. Вы смотрите, сколько на нем перца. На одном кустике насчитывается, вот если показать, его тут очень-очень-очень-очень много. Ну, наверное, штук 300-400 плодов. И плоды, как вы видите, довольно крупные. Вот такие вот красные. Смотрите, какие красавцы. Срок созревания этого перчика от 80 до 100 дней. Высота куста может быть от 70 до 1 метра. Все в зависимости, где вы будете его выращивать. Если вы будете выращивать его в теплице, высота куста будет до 1 метра. И довольно объемная. Острота этого перчика от 30 до 60 тысяч сковелей. Этот перец относится к среднеострым сортам. Очень объемный, куст у него и очень красивый. Так что я советую вам такой выращивать у себя дома. На одном кустике вы можете вырастить до 500 плодов за сезон. Так как этот сорт многолетний, его можно свободно выращивать на подоконнике. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.